А сейчас о киноновинках. С 19 сентября на большой экран выходит картина «Тайна печати дракона», которую можно увидеть с четверга и в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Фильм рекомендован для детей старше 6 лет. Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра I заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит пройти долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Позвольте мне представиться. Меня зовут Джонатан Грин. Я ученый, картограф. Письмо от Джонатана. Кажется, он попал в беду. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун Ван, царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию, разве что встретиться с ним вновь? Джонатан путешествует с девушкой? Что на этот раз окажется сильнее? Непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в восточных землях? Ответ на этот вопрос вы узнаете, посмотрев картину в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Фильм «Тайна печати дракона» рекомендован для детей старше 6 лет.